сыр бойындай баулардан, Алатаудай таулардан, Сарыарқадай даланнан, теңіз Каспий аралдан. Одна из моих первых песен. Она написана Кенгесом Дюсекеевым, Шемишпаем Саривым. С этой песней я даже участвовала на международном конкурсе в Турции. Стала лауреатом. В этой песне характерные ритмы Кызылорды, размер 7/8 и смешанные размеры. В общем, раньше у нас на эстраде не применялись. И это было какое-то новое направление, новый стиль, новое звучание. И она стала сразу популярна, конечно, известна нашему народу, потому что здесь и слова актуальны, «Салем саган туанет», и ритм в стиле терме, смешанный ритм там, 2/4, 7/8. Поэтому песня была очень оригинальна и запомнилась. Она была аранжирована на большой оркестр моим мужем Тосканом Акаповым. Поэтому участие в этой песне, в звучании этой песни, конечно, еще и главную роль играет мой муж-аранжировщик, который расписал на большой оркестр, и я поехала на конкурс. Ну, я думаю, что радиослушателей тоже достаточно, а кто желает именно слушать наших артистов на родном языке. И поэтому это очень хорошо, потому что в основном наших певцов крутят после 3 ночи, где-то до 5 утра, когда народ крепко спит. Потому что я часто бываю в пути и слышу нашу казахскую музыку в основном вот в это время. Все остальное время у нас звучит зарубежная музыка по радио. Молодежь надо воспитывать. Не только давать то, что они хотят, да, там «Аспанга Харайман», «Джилдусанайман» или «Кызылбөйрөк», да. Надо давать и серьезную музыку, давать и нашу национальную музыку, чтобы у них был широкий кругозор понятия музыки. Надо еще молодежь не только развлекать, но и воспитывать. Я очень редко кого-то различаю из наших сегодня молодежных артистов. Ну, сына я различаю, потому что он поет свою музыку. Он ничью музыку он не повторяет и не поет. Ну, во-первых, у нас нет, наверное, таких композиторов. Беда. Нет аранжировщиков достойных, которые могли бы конкурировать, могли бы из простой песни даже сделать очень серьезную большую композицию, которая может стать большой песней, правильно? Где может певец показать весь свой уровень. Поэтому в этом плане мы немножко отстаем, к сожалению. Жұлдыз FM-де шынында да мынау эфирға нағыз жұлдыздар шығатын канал деп санаймын. Ол жұлдыз дегеніңіз міндетті түрде мен сияқты 40 жыл, 50 жыл сахнаға жүрген ақсақал емес. Бүгінгі күні біздің қазақ музыкасына, қазақ өнеріне қандай жоғары деңгейде өнер көрсетіп жатыр, қандай бір жаңалыққа келіп жатыр. Сол талантты мен шынында да жұлдыздар едім. Ал енді бізде де барлығы жұлдыз дейді ғой, біздің соңымыздан еріп келе жатқан қаншама талантты жастар бар. Сондықтан мен ойлаймын, мынау жастар каналы болғандықтан сіздер жастардың өнерін, соның ішінде нағыз таланттарды, біздің қазақ елінің, ұлтымыздың өнерін деңгейін жоғары көтеретін талантты насихаттауларыңыз керек. Осы жағынан сіздерге шын жүректен шығармашылық табыс тілеймін.